Нормальные пацаны, да. Начинают нормальную рыбалку. Держи это. Рыбалку. Так, поставь сюда на землю. Ну, ставим на землю, да? Да. Опа-на! Привет, друзья! С вами клуб рыбаков и я Михалыч. Сегодня 3 декабря. Приехали мы с друзьями на незнакомый нам водоем. Говорят, есть здесь хороший окунь. Будем пытаться его сегодня ловить. Вот еще раннее утро. Никого нет. Мы первые. Тишина, спокойствие. Мороз на улице минус 10. Чувствуется морозец. Так, выходим на лед. Пока был у нас перекус, рыбаки уже насобирались. Идем и мы. Значит, рыба здесь есть. Я здесь вообще первый раз. Так, Федор уже и дырку сделал. А ну, мормышку сфотографируй. Ух ты, какая! О, на безмотылочку. Давай. Давай, Федор. Давай, Федор. Давай. Первый твой. Так, будем и мы рубать дырку. Опа. Так, дырочка есть. Блесенка помутнела. Чуть-чуть надо постогой натереть. Вот она как вытирается. Оп. О, какая встает блестящая. Оп. О, уже блестит. О, такая блесенка маленькая. С подвесным крючком. Ну, начнем. О! Федорович начал, первый есть. О, на безмотылочку. Так, на блесенку не хочет, будем пробовать на безмотылочку. Такая у меня уралочка. Оп. О, уже хороший, на окуневый глаз. На окуневый глаз. Вы уж парили ей, блядь. Красота. Так, на безмотылочку не хочет, будем пробовать на окуневый глаз. Сейчас будем пробовать на такую блесенку.
А не хочет брать. Вообще не хочет брать у нас. Что там у вас начало? Я одненького такого выключил. На блесну? Угу. Что блесна? О! Вот такой напарника взял на балансирчик. Красавчик. Ой, красава. Вот такой маленький балансирчик. Красивый окунёк. Такой грамм 300, наверное. Молчит. Просто молчит. Меняем водоем. Здесь ничего не ловится, поедем на другой. Друзья поймали по пару штучек. Я поймал одного маленького, и один был хороший сход. И на этом все. Едем на новое место. Федорович нас везет. Да. Вези, вези меня такси. Да, блин. Приехали на новый водоем. Такое небольшое озерцо красивое. Снова перекус. Федорович! Не хочет рыба ловиться и здесь. Ноль. Вот наш улов. На этом водоеме. Два кушка и карасик мелкий. И все. Пробуем ловить уже настоящие удочки на мормышку с мотылем. Дожились. И тоже нифига. Федорович, пару слов о сегодняшней рыбалке. Одним словом так. Бестолковый отдых утомляет хуже работы. Устал, потому что день бестолковый. Рыба сегодня не клюет. Не, ну на сковородку поймали там пару килограмм. Ну будем еще упираться, поедем еще на один водоем. На секретный. Поедем еще на секретный водоем. Возьмем еще по дороге бутылочку. Для харизмы. Для харизмы. И будет все прекрасно. Я думаю, что день закончится прекрасно. И будут приятные воспоминания. Да не будешь о детях рассказать.